Я думаю, первый опыт, если можно так сказать, в джазе с Максимом Пегановым мы познакомились чуть больше года назад, когда сделали одну песню, она сегодня прозвучит. Эта песня на юбилее... Нет, дорогая. На юбилее Михаила Михайловича Жванецкого. Нам очень понравилось. И вот уже к прошлой усадьбе «Джаз» в Москве мы сделали целую программу, которую сегодня вам, соответственно, и представляем. Эта программа постепенно расширяется, мы добавляем новые песни. Но все это песни, которые исполнял Леонид Утесов. Спешу быстрее, как на свет, с юмор синевой.